Добрый день, коллеги! Меня зовут Руслан, и в этом видео мы рассмотрим с вами электрическую таль Асалифт серии РА. Модели представляют из себя электроталь канатного типа с грузоподъемностью от 125 до 1200 кг и высотой подъема от 12 до 20 метров. Конкретно в данном видео мы рассмотрим с вами передвижную электроталь РА 125, 250, 12 метров. 125 и 250 говорят нам о том, что у тали имеется два режима работы. В первом случае она способна поднимать груз до 125 кг на высоту 12 метров, а во втором случае она способна поднимать груз до 250 кг на высоту до 6 метров. Для этого нужно разместить полиспаст на тросе, а крюк закрепить на корпус самой тали. Таким образом, вы увеличиваете грузоподъемность тали в два раза. Для перемещения груза в горизонтальной поверхности имеется электрокаретка, которую следует закреплять на ровной горизонтальной поверхности по типу двутавровой балки. Для того, чтобы управлять подъемом или опусканием груза, а также перемещением тали по двутавровой балке, в комплекте имеется пульт управления, на корпусе которого имеются соответствующие кнопки «Поднять груз», «Опустить» и «Перемещать по двутавровой балке». Хотелось бы отметить ряд полезных функций, которыми обладают данные тали. Первое. Очень важно. В случае аварийного отключения напряжения в сети сработает электромагнитный тормоз, который будет надежно фиксировать груз на тали. Не произойдет его падение. Сейчас я это продемонстрирую. Смотрите, я поднимаю груз. И сейчас я отключу питание. Но груз будет надежно висеть. Смотрите. Видите? Отработал электромагнитный тормоз. Помимо этого, у тали имеется ограничитель высоты подъема и концевой выключатель. От нас мы бы хотели дать вам ряд полезных советов, которые бы увеличили срок службы вашей тали. Первое. Смазывайте трос. Таким образом, будет уменьшаться его износ, и он прослужит дольше. Второе. При использовании пульта используйте твердое уверенное нажатие. Рывковые нажатия создают искру, и контакты пульта изнашиваются. Если вы хотите найти надежного и недорогого помощника для поднятия и опускания груза, то модели РА послужат для вас отличным решением. Чтобы узнать актуальные цены, а также подобрать подходящую модель, вы можете посетить наш сайт asalift.ru. Там вы можете оформить заказ или получить консультацию наших специалистов. Ну а я надеюсь, что данное видео для вас было полезным. Желаю вам хорошего дня и безопасной работы. Спасибо!